Жительница дома 2А по улице Куйбышева Наталья Аманклычева показывает стопку писем. По ее словам, это отписки на жалобы. А жалобы на самом деле предостаточно. Мы замерзаем в домах, в квартирах очень холодно. В подъезде канализация, трубы постоянно прорываются, кровли постоянно протекают у нас. Теперь что значит? Детской площадки нет, качели сломанные. Мы содержание жилья платим, ремонт жилья платим, капитальный ремонт платим. Не знаю, куда, правда, эти деньги идут, капитальный ремонт. Дома уже полвека. Это бывшее общежитие хлебокомбината. Старожилы не помнят, когда в последний раз здесь был ремонт. Да и у самого дома дороги разбиты, а в межсезонье двор заливает вода. Да так, что ни проехать, ни пройти. Можно ноги переломать, говорят жители. Соседка с седьмой квартиры сломала ногу, потому что здесь весной все залито, дороги, вон дорога разбитая, там дорога разбитая, здесь все заливает, вот здесь все заливает. То есть в луже не видно, где яма? Нет, ям вообще не видно, тут даже выйти из подъезда невозможно. По словам жильцов, управляющая компания «Искон» на них не обращает никакого внимания, не утруждает себя даже обещаниями. Плохо работает. Все, никаких заявок не принимает, ничего не делает. Жители хотят обратиться в прокуратуру с жалобой на бездействие управляющей компании. Татьяна Балова, Анжелика Боровинок. Наше время.